Всем привет! Сегодня в нашу мастерскую попал двигатель Yamaha R1 первого поколения 98 года по 2002. Как я уже сказал, этот мотор был представлен в 1998 году, имел объем 998 кубических сантиметров. И с 2000 года он претерпел более 9 изменений. Наша цель сейчас его разобрать на запчасти, соответственно, и раздать нуждающимся, как говорится. Yamaha сделал этот двигатель более компактным за счет расположения, соответственно, вторичного вала и вала переключения передач друг над дружкой. Знающие люди как бы понимают, что вал переключения передач обычно стоит спереди, а вторичный вал чуть-чуть дальше. Но за счет вертикального расположения валов двигатель стал на 8 сантиметров короче и на 10 сантиметров легче. Также у двигателя применен определенный алюминиевый сплав, не определенный алюминиевый сплав, а по новой технологии, там отлиты, соответственно, ребра жесткости, которые позволили облегчить конструкцию самого мотоцикла, рамы. И таким образом мотоцикл стал короче, и легче. Позже этому последовали, другие производители, такому я имею в виду расположению валов. Вот. А двигатель стал на 10 килограммов легче и на 8 сантиметров короче предшественника ямаховского двигателя, который устанавливался на Yamaha Thunder Race, по-моему, он так назывался. Мощность двигателя составила 150 лошадиных сил при 10 тысячах оборотов в минуту, а крутящий момент 108 ньютонов при 9600 оборотов в минуту. Также на облегчение этого двигателя повлияло применение некосилевых стенок цилиндров, а не гильз, соответственно. И первые моторы 99 года имели проблемы со сцеплением. В 99 году эту проблему устранили. Там не знаю как, честно не знаю как. Вы можете дальше погуглить, узнать. Вот. Ну что ж, приступим, наверное, к нашей разборке. Как раз для начала снимем крышку сцепления и посмотрим вообще, что под ней находится. Ну, под ней находится корзина сцепления. Вся проблема в том, что в этом двигателе, залито маслом, мы его не слили предварительно. И здесь где-то около 2,7 литров масла. Сейчас весь верстак зальет маслом, но ничего, зато пол не сгниет, как говорится. Поехали, посмотрим. Все собрано на добротной шестигранничке, которую будем откручивать. Ну вот, собственно, мы открутили крышку. Особо впечатлительных зрителей прошу отвернуться. Раз, снимаем. Лот номер один поступает в продажу. Это крышка корзины сцепления Yamaha R1. Пока отложим ее. Великолепно. Теперь нам нужно снять крышку. Хрен знает, что я такой знаток. Здесь находится датчик холла, короче. Крышку, правую крышку коленвала. Это будет лот номер два, который поступит в продажу. Заодно открутим два болта, крепящие головку. Ну вот и настал момент, когда мы снимаем крышку датчика холла или там как его зажигание, как хотите ее называть. Здесь, по-моему, будет. А, нифига, не настал момент. Поторопился я, вот тут еще не открутили. Так. Теперь она отслетит. Хопа. Лот номер два. А в моторе-то залит матюль 700, видите, красненький. Так. Все посажено на герметик. Герметик так себе. Соответственно, здесь мы видим цепь ГРМ, которая натянута достаточно хорошо. Здесь мы видим метки. Вот. Здесь мы видим метки для выставления зажигания. Это мы сейчас отдельно посмотрим.
Башмаки, натяжитель, успокоитель, датчик холла. Соответственно, датчик холла, ну, пока пусть будет здесь. Под крышкой сцепления мы видим само сцепление. И, соответственно, там обгонка, наверное, и шестерни стартера. Ну, и сам стартер снимается с той стороны. Ну, а мы приступим к снятию крышки самого генератора. Здесь располагается статор генератора. Сейчас я откручу эти заветные болты и посмотрим, что под ними. Ну вот, долгожданные болты сняты, и мы снимаем статор. Еще один лот поступает в продажу. Крышка замечательная. Здесь мы видим, соответственно, это ротор, под ним располагается статор. Его уже, кстати, крутили. Ну вот. Ну давайте для полноты успеха, полноты эксперимента еще снимем стартер и крышку, соответственно, вала КПП, чтобы нам полегче было. Еще начнем со стартера. Чтобы снять стартер, нужно открутить два вот этих болта и постучать в нашу сторону, на нас, в левую сторону двигателя. Поехали. Стартер готов. Ну, соответственно, здесь я вам хочу показать, что здесь находится датчик холла, цепь ГРМ, башмаки, успокоитель, натяжитель, соответственно. И не знаю, как эта хреновина называется на этих моторах. Здесь она дает импульс на датчик холла, когда давать искру. И, соответственно, здесь же обозначена верхняя мертвая точка. Вот она, буковка Т, которая важна при выставлении фаз. Теперь давайте снимем с него клапанную крышку. Для этого нам будет необходимо открутить вот эти вот 6 болтов. Я сам, на самом деле, разбираю этот двигатель впервые, поэтому не думайте, что я суперэксперт. Вот, но 6 болтов точно надо открутить. Да, 6 болтов и вот эти трубки. Итого 8, получается, болтов. Ну вот, почти все болты откручены. Снимаем трубки с охлаждения. Откручиваем последний болт. И снимаем крышку клапанную. Это позволит нам, кстати, определить состояние головки этого мотоцикла. Подвергался он масляному голоданию, вообще, насколько мотор был живой до того, как мы его разобрали. Никто не переживает, я всего лишь стучу молотком по алюминиевой крышке. Хоп, ну вот, собственно, то, что мы хотели увидеть. Для начала попробуем выставить верхнюю мертвую точку, чтобы определить, чтобы знать нам на будущее, если придется менять там, допустим, цепь ГРМ, как все это выглядит. Ну, наверное, надо выкрутить свечки для этого, чтобы было проще определить, где верхняя мертвая точка. Свечки тут не особо. О, залезли. Чем только крутануть. Таким, чтобы уж наверняка выкрутилось. Не должны быть закручены. О, одна. Ну, судя по тому, что в масло залит матюль, на двигатель постарались не жалеть денег, но рукожопство в виде герметика присутствовало. Свечка НЖК. CR10 E и X пойдет в запасы. Мало ли чего, а у нас есть свечи, как говорится. Ну, я так понимаю, чтобы выставить верхнюю мертвую точку, нам нужно будет открутить на установленном двигателе собранном вот эту заглушку и вот эту вот пробку, смотровое окошко. Здесь головка на 14, крутим ее до тех пор, пока буковка Т не будет, соответственно, видна в это окошечко. У нас он не в верхней мертвой точке стоит. Нам его надо докрутить. Угу.
Совсем чуть-чуть, если я не ошибаюсь. Но я могу ошибаться. Да, мне кажется, тут не верхняя мертвая точка. Давайте докрутим до верхней. И посмотрим, где у нас будет окошечко. Кто не понимает, я сейчас вставил отвертку в первый цилиндр. Вот, я сейчас поставил отвертку в первый цилиндр, кручу до того момента, пока она не будет наверху. А вот она у нас и наверху. Соответственно, где у нас буковка Т? Наоборот. Мне кажется, надо сделать еще 180 градусов. Это H, а это T, то есть противоположно. Это служит для выставления зазоров клапанов, наверное, в другом ряде цилиндров. Сейчас я не удивлюсь, если мы сейчас прокрутим буковку Т в верхней мертвой точке, окажется здесь. Так, крутим. Все еще крутим. Все, она пошла наверх. И вот она. Верхняя мертвая точка там, где она должна быть. Буковка H у нас вот здесь. Вот, соответственно, H появится вот в этом окошке. Вот в этом. Ну, теперь, пожалуй, что пожалуй? Снимем-ка мы цепь ГРМ. Для этого нужно будет снять натяжитель цепи ГРМ, открутить датчик Холла, открутить вот эту вот... болт, который держит это, не знаю, как это называется, кто знает, напишите в комментариях правильно. Кстати, вот здесь у башмака, башмак держится вот на этом шплинте, тоже интересное наблюдение. Башмак натяжителя держится на этом шплинте, класс. Первый раз такой вижу на мотик. Ну давайте, все, снимем датчик Холла, снимем, открутим эту хреновину. Кстати, здесь, скорее всего, резьба обратно. Ну и снимем натяжитель. Соответственно, натяжитель прикручивается двумя болтами на 8. И с помощью его мы можем определить состояние моторной цепи на этом мотоцикле. Потому что, когда натяжитель выкручен, он у нас по умолчанию взведен. Автоматически же он, да? И мы вот так вот ставим и смотрим, насколько он... Цепь хорошая, ГРМ здесь. Вон еще какой запас был. Ну, теперь открутим датчик Холла. Кстати, видно, что вот в верхней мертвой точке поступает импульс на датчик Холла. Ну, он идет точка почти что соприкосновения датчика и крыльчатки этой хреновины. Гайк, болт. Интересно, все-таки... в какую сторону крутить этот болт? Вот он, соответственно, сняли датчик. Наша цель его дальше снять. Он тут вделан очень хорошо. Предыдущим мастером. Готово. Почти выдернули. Вот он сделан на двойную резинку, чтобы исключить протекание. Очень, кстати, грамотная, интересная идея. Но все равно заботливые руки намазали его герметиком. Ну все, давайте теперь откручивать этот злочастный болт. Ставлю, что он с обратной резьбой. Ни хрена. Ну-ка давай обратно. Открутился. Супер! Чтобы эта штука, имя которой мы не знаем, не сбивалась, она стоит специально вот в таком пазике. По-другому ее не поставить. Вот. Соответственно, чтобы снять цепь ГРМ, наши дальнейшие действия. Наверное, нужно снимать крышки с... распредвалов. Заодно посмотрим, в каком состоянии головка. На самом деле мы здесь увидим потертости, если она хреновая. Для этого мы откручиваем распредвалы.
ту сторону. Нифига, кстати, не подписано, что ли? А, их не ошибешься. Впускные имеют 8 болтов, а выпускные 4 болта. Обычно страдает больше всего выпускной распредвал. Сейчас проверим, как работал матюль. Нагара особого нету. Но кто его знает, как говорится. Поехали. Поехали, выкручиваем дальше. Ну что ж, сейчас их смотрим. Постель номер один потертая, но не еще походит, конечно, но имеет потертости. Постель номер два тоже потертая, но еще походит. Я бы не сказал идеал, наверное, на 4. Это я говорю, чтобы продать. А так, наверное, из вредности, чтобы, когда покупаю, говорил бы на 3. Интересно, их можно поменять местами? Ни хрена, они имеют разный размер. Местами их не поменять. Ладно, впускной. Смотрим дальше. Впуск. Впуск великолепен, как говорится. Но учитывая, что этот мотор крутится до 10 тысяч оборотов, то ничего страшного в этом нет. Что у него такие есть нюансы. Еще походит. И так сойдет, как говорится. Теперь нам надо все это дело снять. А, вот еще же две. Здесь стоит еще две. Две постели. Так, снимаем распредвал 1, снимаем распредвал 2. Нет, головка еще походит. Есть, конечно, вопросы, но у кого их нет. Ну вот мы добрались до снятия, наверное, нашей цепи, скорее всего. Ежели я не ошибаюсь, это у нас достается через верх. Так, башмачок достается через верх. Кстати, он тоже в хорошем состоянии, без трещин. Еще послужит, как говорится. А вот успокоитель тоже достается через верх. Замечательно. Ну и наша цепочка просто достается. Здесь у нас, соответственно, звезда цепи, которая тоже вставляется в коленвал с помощью вот такой вот
штуки, пальцы или что, пина. Ее мы тоже отложим сейчас. Вот. Ну и остается снять головку. Обратите внимание, у этого мотора, соответственно, 5 клапанов на цилиндр, 2 выпускных и, соответственно, 3 впускных. Итого у него получается 20 клапанов головки. Ну что, ребятки, теперь будем откручивать нашу головку. И проверим заодно, есть ли хон на цилиндрах. Гайка прикручивается к шпильке, да, через шестигранник. Первый раз такое вижу, но я, конечно, моторист еще тот. Почти не разбирал эти моторы. Ну не говори, Ямаха вечно какой-то. Гайки на 14. Раз. Головка наша должна быть снята. Причем интересное наблюдение. Вот эти вот гайки тоже разные. На разные шпильки разные гайки. Два вида. Так, снимаем эту головку. Вроде бы везде все отцепили. Есть, готово. Сейчас я ее соберу обратно и потом продолжим. Ну а здесь, как вы можете увидеть, у меня отъехал микрофон. Но ничего страшного не случилось. Поршневая в хорошем состоянии. Хон заметен, виден, да, он есть. Но также есть на стенках цилиндров трещины. Вот, я знаю, что на некоторых моторах они допускаются. Надо погуглить, почитать. Вот, если вас заинтересовало, можете дальше погрузиться в изучение всей этой ситуации. Ну, а мы начнем откручивать ротор генератора. Делается-то просто пневмопистолетом, без особых проблем. Раз, собственно, и все. Тянешь на себя. И снимается наш ротор. Под ним находится статор, который прикручивается к картеру двигателя. Сам статор прикручивается шестигранными болтами, и проблем снять его уже никаких нет. Ну а мы снимем крышку вала переключения передач, чтобы она нам позволила дальше разбирать этот двигатель. Ну а теперь снимем корзину сцепления с этого мотика. Для этого нам нужно открутить 6 болтов крышки корзины сцепления.
снимаем крышку, достаем диски сцепления, оцениваем их состояние. В принципе, они в неплохом состоянии. Но как вы увидите дальше в этом видео, последний диск, первый или последний, как хотите, фрикционный диск треснул. Вот. Сцепление, скорее всего, работало на этом мостике, но уже как бы нужно было менять. Ну а мы продолжаем снимать корзину. Для этого нужно раскернить гайку, шайбу, которая крепит гайку крепления корзины к первичному валу КПП. И дальше также гайковертом, желательно гайковертом, а не какими-то там другими удерживающимися устройствами, удерживающими устройствами, открутить эту гайку и скинуть корзину сцепления. Так, ну а теперь саму корзину открутим. Сейчас гаечку достану. И снимем ее. Так, раз. Два. Угу. Корзину в хорошем состоянии можно будет загнать. Только вот один-то диск-то развалился у нас почему-то. Это не я его так доставал, это он сам по себе был разломан. Так, снята корзина. Дальше мы видим цепь маслонасоса. Так, ну а теперь снимем вот эти шланги, маслоотделители, как они, маслоохлаждители, потому что они будут нам, наверное, в будущем мешаться своим весом и так далее. А нихера не откручивает. Придется вручную. Болт. Ключом на 6 откручиваем хмуты. Это у нас подача охлаждения головки, кстати. Раз. Сбрасываем. Откручивать надо. Так, вот, кстати, еще слив дополнительный антифриза. Снимем маслофильтр. Я надеюсь, он открутится. Но сейчас рукой. Все. Готов. Теперь, пожалуй, надо снять датчик давления. Или что это там? Мотор истекает красным мотылем. И теперь можно открутить поддон смело.
Ставим на этот бок. Сейчас еще масло вытечет. Я думаю, что... Хопа. Масло и антифриз. Все потечет. Продолжаем откручивать поддон. Интересно, поддон кому-нибудь нужен будет? Или его лучше сдать в металлолом? Ну что, похоже, поддон везде открушен. Сейчас мы его скинем. Готово. Вот он наш поддон. Вот он наш датчик. Что это за датчик, я посмотрю потом в мануале. Уровни или давление. Хрен его знает. Сняв поддон, мы можем увидеть масляный насос. Сеточка не забитая была. Маслонасос. Очень плохо, что масло не было слито заранее с этого двигателя. Но, как говорится, что имеем. Сеточка масляного насоса. Это трубки. Масляная магистраль. А это помпа. Помпа, которая вставляется сюда через резиновое колечко, которое может теоретически пропускать. Чтобы его заменить, нужно будет менять антифриз. Снимать поддон, менять уплотнение. Вот они, видите, резиновые колечки. Всякие колечки. Тут его нет. Там всякое колечко. Так. Здесь от тогда она тоже должна сниматься. Все это свинство надо прекращать. Убираться, потом продолжать заново. Сейчас я докручу. Вот они, видите, резиновые колечки, через которые здесь все сделано. Но они на самом деле не текут обычно, да? Но все может быть. Вот сюда, на свалку. На свалку история. Теперь нам надо как-то снять цепь. Снять насос. Раз. Много, я вам скажу, деталей остается всей этой херни, но что поделаешь. Так, а теперь достаем маслонасос. Он же помпа. И все остальное. Вместе с его цепью. Так, готово. Так. Маслонасос, кстати, хороший, можно... И продать кому-нибудь. По коробке тоже шестеренки все не выкрашенные, прекрасные. Цепь маслонасоса, можно из нее сделать браслетик. Что дальше бы нам крутить? Открутим вот этот датчик. Что это такое, датчик скорости или еще что-то? Я не знаю, честно,
Посмотрю потом в мануале. Расскажу. Сейчас нет на это времени. Так, можно открутить вот эти вот болты и располовинить двигатель. Я их уже расслабил, кстати. Нужно будет открутить еще вот этот вот масляный, я не знаю, теплообменник или как он называется. Тут ключ на 34, у меня его почему-то не оказалось. Поэтому завтра предпримем все меры, чтобы он у нас был. Авария упала. Печка почему-то. Я плачу. Так. Крути. Тоже в набор. Все, по идее, я откручу маслоотделитель или теплообменник, а потом уже половиним двигатель. Теперь снимаем теплообменник. Откручиваем. Ну, вот так он выглядит. Кладем в сторонку. Откручиваем последний болт, который у нас остался здесь. На 10. На 10, на 10. Если хватит нам. И все, теоретически мотор должен сейчас располовиниться. Сейчас попробуем. Но это не точно. Вот тут еще внутри парочку на 10 есть. Все вот здесь, вот видите, есть болты, которые держат наши половинки. Так. Здесь вроде закончились, остались 12. Давайте 12. Тут два. И вот здесь еще. Вот еще один. Так. Ну все, теперь нас ничто не держит, чтобы располовинить этот мотор. Сейчас достанем механизм переключения. Вау, попробуем его располовинить. Кувалду, конечно, взял Машку. Большую для него, ну что поделать. Ага, есть. Тут во что стучит. Есть. Есть. Так, родненький, рассыпайся уже. Если так его разбирать, то что будет у нас? Опа, раз. А, все правильно. Вот, наоборот. Все. Вот здесь мы видим вкладыши. Нормальные такие вкладыши, почти не попорченные. Соответственно, все как мы ожидали. Коробка передач. Новый коленвал, вся фигня, замки на подшипниках,
Ну давайте уже дальше его разберем, чтобы нам ничто больше не мешало в этой мастерской. О, вот этот вкладыш уже на грани. Кстати, еще чуть-чуть бы, и он бы того бы. Потер бы колено. Что делаем? А делаем мы то, что мы откручиваем шатуны. Опа. Потом этот вкладыш коренной. Шатунный больше страдает. Может быть, сейчас и увидим какой-нибудь проворот. Главное не перепутаться, конечно. Они еще, может быть, кому-то будут нужны. Что ты снимаешь? Гораздо. Недолго оставалось ходить этому двигателю. Но здесь, кстати, вкладыш нормальный. Здесь тоже вкладыш нормальный. Только коренной вкладыш почему-то был на пределе уже. Ну давай же, родненький, утапливаемся. Так, тут вкладыш тоже превосходный. Только этот. И здесь превосходный вкладыш. Достаем колено. Колено еще походит, поживет. Можно его продать будет. Кому нужно, можете уже бронировать. Опрокидываем на бок наш двигун. Достаем первый поршень. Царасто. Первый поршень вылез. В хорошем состоянии. Надеваем на него крышечки. Закручиваем его. Тоже все будет продаваться. Завтра будет день продажника. День Авито. Второй поршень. Есть небольшие задиры на стенке. Но ничего критичного я пока не обнаружил. Третий поршень. Прям с вкладышем. И последний, четвертый. Четвертый тоже великолепен. Еще походит, как говорится. Ну все. Мы уже почти разобрали наш многострадальный моторчик. Сейчас снимем коробку и пойдем сдавать на алюминий всю эту херню. Касаемо коробки. По идее, сейчас должна достаться вот этот вал вторичный. Он должен вылезти у нас. Вот он, раз. Вот, красава. Он у нас с вилочек переключения. Так, первичный. Это первичный вал?
Теперь ось. Угу. Теперь надо... Что нам надо теперь? Теперь вот эту ось надо выкрутить с этой стороны, да? Снять вилки переключения из механизма и, соответственно, вторичный вал. Сейчас сделаем. Сейчас отложим его куда-нибудь. Слишком много запчастей у нас получилось. Раз, коробка. И два коробка. Ну давай. Столько новых запчастей для хороших людей. Так. Откручиваем. Механизм переключения. Это тоже сразу откручиваем. Раз, раз. Вот он, малыш. Угу. Достаем эту штуку. Достаем валы. И достаем не только валы, но и вилки КПП. Это будет сделать нелегко. Я так понимаю. Потому что скользко. Есть одна. Почти. Раз, вилочка. Два. Еще одну ось. Так. Как нам теперь достать вторичный вал? Разберем эту крышечку. Снимем крышечку. Не так уж легко, да? Ни хрена себе. Как вы можете догадаться, опять микрофон мой отъехал, поэтому объясняю. Чтобы снять эту крышку, которая держит наш вторичный вал, необходимо нагреть болты, потому что они сидят на красном фиксаторе резьбы. У меня же это не получилось, и пришлось высверливать два болта. Ну, ничего, кроме двух болтов, в этом моторе не пострадало. Поэтому продолжаем наблюдать, как мы будем снимать вторичный вал. Также для снятия вторичного вала потребуется снять копирный вал. Для этого нужно открутить крышку. Вот крышку копирного вала, и там же будет находиться ось еще одной вилки переключения передач. Все это снимается, только после этого вынимается вторичный вал.
Все, и последняя деталь, которую нам надо снять, это вот эта вот шестеренка стартера. Она снимается специальными пассатижами, плоскогубцами, щипчиками. Вот, и, собственно, под ней не находится никаких шайб, ничего, чисто шестеренка на оси. Вот и все. А вот, кстати, как устроен масляный отсекатель у них. То есть сливная пробка находится вон там, внизу. Здесь, соответственно, масляная ванна, допустим, но чтобы она не разбрызгивалась, здесь стоит крышечка. Вот такая вот, да. И вся грязь оседает под этой крышкой. Соответственно, в моторе меньше всякого говна плавает. Вот и все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь на наш канал. В целом про этот мотор могу сказать, что за 26 лет, которых ему стукнуло в этом году, он сохранился в достаточно неплохом состоянии. Коленвал, поршневая, за исключением, конечно, трещин между стенками цилиндров. Но это нужно изучить вопрос, потому что я знаю, что, например, на машинах, на Audi это допускается. И, соответственно, корзина сцепления тоже была хорошая, кроме одного фрикциона. Но фрикцион это не проблема, это как бы расходный материал, как и колодки тормозов, да, тормозные колодки. Все остальное, поршня, клапана, распредвалы, колено, все было супер. А, еще самое главное, этому мотору оставалось недолго, потому что коренной вкладыш тоже уже превратился, поменял свой цвет, скажем так, да, стерлось напыление, которое скользит, по которому скользит, соответственно, коленвал. Поэтому вот так вот, стоит ли покупать мотоцикл, которому 26 лет, я не могу вам однозначно сказать. Если это одноцилиндровый какой-то эндуро, то, конечно, стоит. Если это какой-то спорт, типа R1, R6, я не знаю, кто на нем ездил, как часто на нем ездили, как его имели. Вот у меня, например, мотоциклы могут стоять по 2-3 года, я на них не езжу, да. У меня мотоцикл можно купить. У ездюка, у которого один мотоцикл, и который хочет на нем катать телок, скорее всего, мотоцикл покупать не стоит. Ему уже хана. Вот, ну, все. Всем пока. Спасибо за просмотр этого видео. Надеюсь, оно было полезно.